Ребятушки, всем привет! Выставляю на продажу супер классный инструмент, супер интересный, очень клевый. Вот, по названию объявления вы уже поняли. Это у нас Gibson SG Standard. Именно Standard, не Junior, не Special, не прочая вот эта вот хрень бюджетная. Именно Standard. Вот. В комплекте оригинальный кейс. А вот кейс такой прямо завинтаженный, очень крутой, на самом деле, вообще кайфовый. А вот, с кодовым замком, вот, все работает. Прям клевый кейс, такой со стикерами. Прям, как будто, я не знаю, из Калифорнии. Вот, давайте его откроем и с вами все посмотрим. Так, вот он, красавец. Просто супер. Вот, гитара активно использовалась, вот, при этом она сохранилась прям в таком клевом состоянии, в очень крутом. Вот, она идет в нитролаке, но в матовом, не в глянцевом. Вот, с ним нет таких проблем, всяких там потрескиваний и прочей всякой хрени. Вот, но он классно так винтажится, то есть такими как бы полируется клево, прям суперски. Вот, круто вообще. Вот, перламутровая, очень классная инкрустация. Ну, видео тоже, конечно, я эту всю красоту не смогу запечатлить. Окантовочка, которая заходит на лады. Стандартно по гибсонам. Вот. Хедстак. Стандартный СГ-шный. Вот. Из доработочек здесь у нас стоит роликовый бридж. Немецкий шаллер. Отсечечка. Отсечка идет на оба датчика. Сразу отсекает. Хамбакеры в сингл превращает. Можно прямо на чистом поиграть. Вообще сказочно. Очень круто звучит и на чистом, и на перегрузе. Вообще гитару прям, блин, вот... Блин, слушать надо, конечно, вам. Вот, ну, прям топовый инструмент. Очень классный звук. Вот. Прям супер клевый. Вот. Можно на двух синглах играть. Можно на двух хамбакерах. Можно там на одном сингле, на одном хамбакере. Вот. Ну, туда-сюда хай. Соответственно, это все переключается. Вот такой вот клевый бас. Вот. Никаких ремонтов не было, башка не ремонтировалась, ничего с ней не было. Вот. Клево завинтажился инструмент, действительно, так прям отполировался, так что ли скажем. Вот. Вообще здорово. Очень красивая гитара. Скорее всего, это самый такой классный стандарт для приобретения. Вот. Потому что не попсовые эти все Эбони и прочая вот эта вот шляпа, которая и стоит заоблачных денег. Вот, и так далее. Вот, и не такие вот они оригинальные. Здесь прямо, ну, конечно, надо вживую смотреть, опять же. Вот. А видео все это дело не так передает. Вот, соответственно, серийник. Вот, колки строй держит идеальнейшим образом. Все прям с ней очень клево. Вот, гитара легкая, клевая, стильная, прям... Блин, скорее всего, это самый клёвый стандарт в продаже, наверное, я думаю, у нас. Вот. Очень классный стандарт. Вот, поэтому звоните, пишите. А, кстати, да, важный момент. Новые струны стоят. Гитара отстроена. Отстроена даже по ладам. А вот, мензура у нее отстроена. А вот, экшен там меньше, чем 1,3 миллиметра. То есть, ну, там примерно 1,2, 1,3. Ну вот, все прям очень круто звучит, прям сразу готово для записи. Вот, поэтому звоните, пишите, приходите слушать, вот, отправим без проблем. Вот, очень клевый стандарт, просто супер. Вот, возьмете в руки и сразу влюбитесь в него. Все, всем спасибо и пока.